Домашний текстиль. Мешок у нас весит 30 килограмм. Категория экстра Голландия. Первым у нас идет вот такое вот большое полотенце. Так, наволочка. По ощущению похоже на хлопок. Закрывается. Он у нас на пуговице. Так, что это такое? Что-то типа салфетки, наверное, да. Так, еще одна наволочка. Тоже закрывается на пуговице. Так. По-моему, под одеяльник. Полуторка. По ощущению похоже на хлопок. Следов износа я пока не вижу. Так, еще одна салфетка. Вот такое вот полотенце махровое. Вот здесь вот есть пятно, сразу могу сказать. В принципе, не только здесь. Такое чувство, что это, конечно, пыль, но... Нет, это, видимо, не пыль все-таки. Так. Вот сообщение приходит. А у нас катер следующим идет. Большая. Так. И потом... Нет. Нет, не заново. Заново это не скатерть у нас, это у нас... Фу, это у нас не пододеяльник, это у нас скатерть. Так, что это? А вот это вот, кстати, что такое у нас? Это... Тоже пододеяльник? Да, детский пододеяльник мне подсказывает. Детский пододеяльник. И наволочка. Тоже наволочка. Здесь она у нас, по-моему, тоже на пуговице закрывается или нет? Нет. Так. Тоже пододеяльник. А? Тоже пододеяльник детский. Вот такой вот небольшой. Закрывается, опять же, на пуговице. Так. Еще один детский пододеяльник. Удивительно. Кстати, здесь рисунок круче. Сейчас разверну. Здесь вот рисунок намного круче, чем на той стороне, которую мы смотрели. Так, большой пододеяльник. Это, по-моему, у нас то ли двухместный, то ли полуторка, не понять. Что-то между. Так, небольшое полотенце. Так, скатерть. Скатерть у нас для из полиэстера, следов износа на ней нету. Или нет, простынь? Да, серьезно, да. Это простынь, говорят мне. Я-то думаю, что за стол должен быть таким. Это у нас простынь. Извиняюсь. Так. Следом. Еще один. Так, это уже вот точно пододеяльник. Из хлопка. Единственное, он у нас здесь наизнанку был. Так, закрывается опять же. Так, это у нас не пугается, он закрывается у нас на закрепке. Вот такие вот небольшие пластмассовые. Так, опять же полотенце. Еще одно. Так, что это такое? Тоже, по-моему, пододеяльник. Да, тоже пододеяльник, полуторка. Также по ощущениям похоже на хлопок. Простынь, кстати, которая вот была, которая вначале мне казалась скатертью, у нас из полиэстера. Вот это уже скатерть, кстати. Так, вроде нигде пятен я не увидел. Так, небольшая вот такая вот салфетка. Еще одна. И что это такое? По-моему, просто. Или нет? Вот это скатерть. Тоже скатерть. Теперь начинаю сомневаться, где у нас что. Так, продолжаем. Небольшая вот такая вот салфетка, наверное, можно назвать. Так, полотенце. Еще одно для лица. Также еще одно полотенце для лица. Так, еще одно. Тоже так, нигде пятен вроде нету. Следов износа тоже нет. Кстати, интересная информация. Кто не знает, то
кто знает, можете отключить звук. Так. Вот такое, кстати, пляжное большое полотенце. Для того, чтобы сделать заказ, можно позвонить по номеру 8 800 2007 127, или подписаться Эльвире ВКонтакте. Если у вас нет контакта, то звоните. Если хотите посмотреть весь тот товар, который у нас есть в наличии, я также все видеообзоры, цены на сегодняшний день по курсу Центробанка для евро, и также себестоимостью каждой вещи, заходите в наш прайс-лист, он у нас есть в каждом описании к видео. Так, это у нас простынь. Кстати, на этой простыне вот пятно было, не знаю, видно или нет. Кстати, простыня опять же из полиэстера. Заходите, смотрите, заказывайте. Так, это у нас наволочка, кстати, была. Это еще одна небольшая наволочка. Так, полотенце для лица. Так, что-то типа банного, наверное, полотенце. Вот это, кстати, у меня очень чистое. Достаточно потертое. Нет, оно чистое, но потертое. Так, еще одна наволочка. Закрывается тоже на заклепке. Так, вот такая вот наволочка. Она у нас закрывается на замок. Тоже пятен вроде пока нету. Так. Следом у нас пододеяльник идет. Это у нас полуторка. Душка поправляет меня. Душка. Хорошо, когда есть человек, который может подсказать. Так. Полотенце, опять же, для лица. Так, что это такое? Тоже. Это у нас скатерть. Скатерть, по-моему, круглая или овальная. Очень интересная, кстати, фактура. Следов износа вроде нигде, дыры тоже нету. Так, еще одна скатерть. Тоже круглая. Также следов износа нет. Так, что это такое? Пододеяльник вроде как. Да, пододеяльник, двушка. Закрывается он у нас на пуговице. Так, небольшая салфетка. Так, что это такое? Тоже на то. Так, это у нас наволочка. Наволочка, интересно, как. А, закрывается также на пуговице. Еще одна наволочка. Здесь уже явно видно, что она у нас закрывается на пуговице. Так. А вот это вот что. Наволочка вроде как. Ой, пододеяльник. Пододеяльник детский, опять же. Так. Следом опять же у нас пододеяльник идет. Развернуть его, понять, какого он размера у нас. Так, это у нас душка. Тоже по ощущениям похоже на хлопок. Закрывается опять же у нас на пуговице. Так, что у нас это? Скатерть или что? Да, скатерть, по-моему. Скатерть. Здесь, кстати, есть пятна. Давайте подтяну пока. Так, вот здесь вот пятна есть. Небольшие желтые. Тоже хотелось бы обратить внимание. Так, небольшая салфетка. Здесь тоже есть пятна вот здесь вот. Так, следом у нас, по-моему, да, еще одна скатерть идет. Вот такая вот. Так, здесь у нас следов износа нету нигде. Ну, то есть ни разрывов, ни пятен, ничего подобного. Так, еще одна скатерть. Такая вот яркая, тоже никаких пятен нету. Так, и еще одна, по-моему, скатерть, да. Тоже следов никаких нет, пятен нету, дырок тоже нет. Так. Так,
еще скатерть. Подряд, видимо, решили пройти. Так. Вот такая вот небольшая скатерть. Полотенце, опять же, для лица. Значит, у нас нигде тоже пятен нету. Так, небольшое новое полотенчико. Такое вот. Наволочка, я так понимаю. Закрывается на замок, опять же. Так. Еще одна наволочка. Закрывается она у нас на пуговице. И... Так, пододеяльник. Пододеяльник двухместка, по-моему. Тоже следов износа нету. И наволочка вместе с ним. Закрывается это дело все на замок. Также, опять же, полотенце для лица. Еще одна наволочка для большой подушки. Опять же, на пуговице закрывается. Так, другая еще наволочка тут. Посимпатичней, скажем так. Тоже закрывается на пуговице. Так, большое белое полотенце. Здесь у нас нигде никаких пятен нету вроде как. По крайней мере, я не увидел. Еще одна скатерть. Так, небольшая салфетка, опять же, наволочка, закрывается на замок. Так, еще одна, здесь у нас, я так думаю, тоже на замок закрывается. Да, тоже закрывается на замок, скатерть. И такая вот приятная. Интересно, что за материал такой? Полотенце. Большое полотенце белое. Тоже никаких следов, никаких пятен нету. Так, наволочка, по-моему. Или пододеяльник. 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 Яркий очень. Вот здесь вот какие-то пятна есть. Так, следом за ним идет скатерть круглая. Также здесь вроде как пятен нигде нету. Еще одна скатерть. Небольшая уже. И. Что же это такое? Простынь. Здесь никаких пятен нету. Дыр тоже нет. Так. Еще. Так, это у нас, опять же, скатерть была. Была скатерть. Так, это у нас, что такое? Простынь. Вот такая вот. Начинаешь путаться, где простынь, где... Скатерть. Где скатерть, да. Так, небольшая, я так понимаю, наволочка вот такая вот интересная. Так, скатерть. Вот такой вот. Черная, прям. Не знаю, может кому-то не нравится яркие цвета, он прям все черное. Не знаю. Ну, ладно. Так, пододеяльник, полуторка. Здесь у нас следов износа нет, закрывается. Он у нас, опять же, на пуговице. Так, наволочка. Ну, здесь у нас просто кармашек. Вот такой вот. Незамысловатый. Так, скатерть. Опять же, по-моему, круглая. Так, что это такое? По-моему, пододеяльник. Да, пододеяльник, закрывающийся на замок. Это у нас полуторка, по-моему, или... Смешной. С таким вот интересным этим рисунком. Так, наволочка. Кстати, вот рисунок побольше, чтобы рассмотреть могли.
Тоже, кстати, пятен нигде нет. Закрывается он у нас также на замок. Следом, опять же, полотенце для лица идет. Здесь у нас нигде никаких пятен нету. Вот такая вот наволочка. Опять же, закрывается на замок сбоку. Еще одна наволочка. Помните, одеяло вытаскивали? Вот, видимо, с этого же комплекта. Вторая такая же. Так, и второй пододеяльник из этого же комплекта. По-моему, последняя вещь. Тоже полуторка. Так, а здесь вот как раз нигде пятен нету. На том одеяле были, на этом нет. А на этом все.